Всем огромные приветы очередные. Давайте посмотрим вот на эти красивые платочки, серенькие. Что у нас есть? То, что вам должно понравиться. Ой, мягкий-мягкий, вообще прям мягкий. Девчонки, мягкий-мягкий платок. Из кошкиного пуха, кошачий и без бирки. Сколько же такой стоит? 9 тысяч он стоит. Вот. Смотрите, девчонки, вот какой. Размер его до 130 сантиметров. Ну, прям шелковый. Шелковый-шелковый платочек. Вот этот еще тоже шелковый. Цвет у него серо-коричневый. Вот 8004/07, платок номер 7. Смотрите, какой. Это где-то 120, наверное, на 130, но около того. Вот, девчонки, смотрите, какой. Подпушенный. Такой мягкий-мягкий пух. Вот, смотрите, какой. Давайте посмотрим, что дальше. Девчонки, они такие скользкие. Мягкие и скользкие. Так, это у нас... Интересный такой небольшой платок. Стоимостью, наверное, 6 тысяч. Номера тоже нет. Вот такие все платки небольшие, 6-7 тысяч. Тоже мягкий какой. Ну, раз я уже сказала, 6. Вот за 6, пожалуйста. Ну, вообще он и подороже может стоить. Хороший платок. Смотрите, какой. Дымчато-серый, девчонки, хорошо связан. Мелкая такая нитка, приличный платок. Так, вот у нас, смотрите, такие коричневенькие платки, легкие, пушистые, коричневые, гляньте, какие. Кто любит легкие и пушистые, как бы не волосатые, вот они, знаете, они, ой, они тоже мягкие-мягкие, вот они как воздушные. Они плюшевые называют. Что? Они плюшевые. Плюшевые, да, они даже не то, что плюшевые. Они, понимаете, они как будто вот воздухом подкачаны, как будто они взлететь хотят. Они такие интересные. Вот, понимаете, вот ты на него смотришь, вот вроде вот он платок, объем такой. И тебе кажется, что ты сейчас раз и на что-то плотное наткнешься, а ты раз, и он бумс, и сдувается. Понимаете, вот он вот такой. Интересный очень платок, какое-то такое свойство странное. Я сейчас вяжу варежки из двунитки, вот платки, которые вязали. И в пряже остается, попросили связать варежки. И вот вы знаете, такое чувство, что я вяжу воздух. То есть пух тонкий, легкий, и вроде бы и петля, а они воздушные. Вот это вот из этой оперы. 8 тысяч всего стоит платок номер 10, 27/06. Смотрите, какой. Тоже серо-коричневый. Такой вот красивенький. Вот, пожалуйста. Очень красивые, девчонки, здесь коймы. Гляньте. Хорошо сделано. Причем, знаете, вот эта женщина платки вяжет. Как вам сказать? Он же, наши платки вяжутся с угла до угла. То есть коймы не привязываются, за редким исключением. И, в общем, вот это вот полотно платка, оно идет вот квадрат платочной вязкой, потом вот эти широкие, как бы, вот эта вот обводка, а затем уже вот эти углы. Углы сами по себе коймы узкие. Вот они, коймы, да? А весь рисунок, он как бы запрятан в платке. Но это, в принципе, ни на что не влияет. Ну, просто, как бы, вот так человек вяжет. Обычно там кайму ажурную делают, а середину попроще, ну, чтобы быстрее. А это нет, вот у нее посередине везде, как бы, такие красивые ажуры. Вот тоже платок. Это вообще огромный, накрываться можно, гляньте. 140 точно. Это у нас... Платок номер 20/27/06 за 10 тысяч. Смотрите, какой. Вообще шикарнейший. Просто шикардосный. Платок мечта. Вот здесь у нас висят, смотрите, ажурчики серые. Вот, вечно молодой. Крученый такой волосатенький платок из такого, знаете, плотного пуха. 6 тысяч он стоит. 6. Платок номер 10/4/07. Девочки, вот его рисунок, смотрите.
красиво этот платок будет смотреться. Не вылезет он. Здесь такой какой-то, знаете, темно-серый с проседью пух. Очень хороший. Вот этот платочек будет хорошо смотреться. Вот еще один. Тоже ажурненький. Так, по краям снежинки. Серединка такая вот из елочек. Это за 6 тысяч платок номер 7. 21/05. 120 где-то размер. Так смотрится. Тоже хороший очень пух. Я всегда смотрю на пух. Мне даже не так интересует рисунок, особенно на серых платках, потому что если пух хороший, он все равно запушается, там этот рисунок не видно будет. А вот воздушный-воздушный, девочки, цвет такой. Ой, какой платок хороший. Прям хороший. Прям такой вот, знаете, тоже летящий платок. Это у нас за 7 тысяч платок номер 8. Смотрите, какой. Прелесть. Просто прелесть. Давайте вот еще здесь 3 платка осталось. Смотрите. Вот тоже из такого же пуха. За 7 тысяч это у нас платок номер 2. 2/05. Номер 2. Сложная такая красивая очень кайма. Красивый рисунок в серединочке. Прелесть, а не платок. Смотрите, какой. Натуральный цвет пуха, девчонки. Хорошая основа. Мягкий-мягкий, такой приятный. Вот они все такие прям хорошие. Вот то же самое. Мне нравится вот этот рисунок, который, вы знаете, он и строгий, такой геометрический, но красиво смотрится. 7 тысяч, платок номер 19. Сейчас белые платки вот с таким рисунком есть. И палантин. Да, и палантин. Девочки, вот последний платок. Смотрите, какой. Это у нас за 5 тысяч, платок номер 7, 23/03. Такой небольшой тоже размер, где-то до 120 сантиметров. Интересно, толстенький. Этот платок прям толстенький. Вот так красиво смотрится, посмотрите. Ну, если кому охота, спину может подвязать. Так раз, подвязал, пошел. Так что вот, девчонки, выбирайте любой. Пишите на WhatsApp, там моя дочь, 8960-87-094-67. Она возьмет у вас заказик, все объяснит, все разъяснит.